атаке одной партнера. Напоминаю, Наги атакуют постоянно, каждым своим действием. Уки тоже атакуют постоянно. У вас два элемента, которые должны друг друга атаковать, но при этом один должен сделать технику. Технику по умолчанию делает Наги. Переснял включение. Рука не подается так. Ваша задача руку подавать с атакой. Атака должна начаться с подхода и заканчиваться ударом в него, или заканчиваться неким захватом. То есть все ваши движения, которые вы делаете в направлении вашего уки, они атакующие. Ни в коем случае вы не ждете атаки сейчас. Потому что если партнер вас взял за руку, он тут же должен кинуть что-то другое. Вы не знаете, что это. Айшапи Катата Дори – это только один из вариантов начала атаки уки. Поэтому вы со своей стороны сейчас структурируете партнера, вы даете ему форму, на которой он работает. А теперь смотрите, еще нюанс. Очень часто то, что я вижу, новички начинают работать непосредственно по локоть. Ваша задача – следующее движение точно так же вести атакующий голос бока вашего партнера. Вы решаете, по крайней мере, две задачи. Первая задача. Вы пытаетесь атаковать бок партнера. То есть вы или атакуете печень с левой стороны партнера, или атакуете желудок поджелудочную с правой стороны партнера. То есть если захват меняется, то с этой стороны я буду атаковать желудок поджелудочную. Если рука пройдет чуть дальше, то можно атаковать зону почек и зону позвоночника. То есть это зависит от глубины проходов партнера. Поэтому Наги должен уметь атаковать. Поэтому у вас очень много работы на мешках, на лапах, в перчатках и в парах. Наги должен понимать, что он делает. Отлично. Следующий нюанс. Атака и бок в дистанцию. Вы заставляете не только партнера убрать сейчас бок. Вы заставляете партнера выпрямить его локоть. И уже под локоть, под прямой, вы начинаете работать. Опять, не нагибаемся к партнеру сюда, потому что партнер обязан вас атаковать. Вы сразу проходите фиксированную руку и никогда не смещаетесь. Следующий нюанс очень важен. Не наклоняйтесь в попытке бросить вперед-вниз. Пойдет атака вашего уки. Еще раз напоминаю, уки – очень сложный аппарат, очень сложный агрегат, задача которого – атаковать всегда. Всегда. Из самых неудобных позиций, когда он выведен из равновесия, когда ему больно, он атакует бросками, защитами, зажимами, захватами, ударами, подсечками, подножками. Выведение из равновесия – это работа уки. Зачастую он даже не понимает, в какой позиции он находится. Он может быть где-то в пространстве, и в этом пространстве уже ждать атаку. Задача у Наги проще. Он знает, что он делает, он отрабатывает конкретную форму. Поэтому вы партнера выводите, и бросок опять не за счет наклона, а за счет того, что начинаете загруженного партнера смещать. Обращайте внимание. Не цепляйтесь партнера. Будьте готовы развернуться и работать по всем направлениям. Если на вас организуется какая-то атака, любая абсолютно, скорее всего, вас будет атаковать не один человек. Атака будет рождаться несколькими людьми. Один будет отвлекать, хватать вас за руки, за ногу, за руки, где-то здесь виснуть, а второй будет уже вас атаковать. Ваша задача работать предельно четко, предельно корректно, чтобы не сломать ваши руки, и предельно быстро, как это не парадоксально. На начальном этапе все это получается мягко, размазано, бывает некорректно. Особенно, когда работаете с новичками, как вы помните. Поэтому опять, атака одной рукой, локоть. Если требуется разворот, посмотрели, что делается вокруг. Учитесь смотреть назад.
Это бывает важно. Запомнили? Хорошо. Удакиме наги.